По 2 минуты каждый. Маленькая тёлка, я в тебя влюблён. Я хочу быть с тобой, хочет весь район. Они мне завидуют, когда... Он про коровку поёт. Твоё, маленькая тёлка, я в тебя влюблён. Маленькая тёлка... Это странно, но ладно. Я в тебя влюблён, я хочу быть с тобой, хочет весь район. Они мне завидуют, когда мы вдвоём. Маленькая тёлка, я в тебя влюблён. FaceTime, маленькая тёлка, молодые пацы, взрослая тёрка. Я не вижу солнца, что-то пока слабо. Стёкла, что мне сделать, чтобы ты сегодня намокла? Возле дома твоего открывай двери. У тебя проблемы с моим доверием. Моя банда контролирует большой район. Для оппонентов это не объятые двери. От Авроры первой до 30-й вокруг Дуванского бульвара и... Это странно, маленькая тёлка. Во-первых, ну, тёлка в плане коровка. А если это про, извините меня, женщину, зачем ты её тёлкой называешь? Осуждаю. Это во-вторых, в-третьих, в смысле маленькая, ей сколько лет вообще? Или она маленькая ростом? Нет, я не плакал, я у не меня верю, много вопросов, извините. Маленькая тёлка, я в тебя влюблён. Я хочу быть с тобой, хочет весь район. Они мне завидуют, когда мы вдвоём. В-четвёртых, вопрос, когда новый альбом у Влада А4? Бумага, блядь, ебаная. Андромеду мы уже слушали. А завтра? А? Я хочу быть с тобой, хочет весь район. Когда мы вдвоем, маленькая тёлка, я в тебя влюблён. Карие глаза, белые волосы, чувство юмора так подходящее под голос её. Ради смеха прыгаю на встречную полосу, холодна, покрыта снегом, как северный полюс. Я намерен сделать из тебя жену, если мы расстаемся, я никого не хочу. Я обещаю, конечно же я вру, ты прощаешь. Вот держи моё сердце, я угощаю. Рида, слушали уже. Мой любимый месяц — это апрель. Короче, я понял, что о чем трек. Такое себе, это что-то мне не понравилось. Идем дальше. Плачу. Подожди, мама, блядь. Смотрю Алексея с 1992 года. Такой прекрасный человек, душевный стример. Самый лучший на планете. Ждем в Новокузнецке. А, да. Спасибо за 120 рублей. Так, плачу, блядь. Окей, хорошо. Или плачу. Наверное, плачу. Плачу, это как-то слишком опять, ну так, приторно будет. Я лечу купить себе пару штанов, я в Москве куплю. Вот про меня песня. Себе пару домов, обстрою там всё так, как я захочу. На ногах да. Не лечу, без проблем я плачу. Ладно. Я лечу купить себе пару штанов, ага. Я в Москве куплю себе пару домов, обстрою там всё так, как я захочу. На ногах не лечу, без проблем я плачу. На другой планете... Собственный мир, фиолетовые волны, забытых квартир, без вкусной картины, много встречал на пути. Для меня все эти люди просто сувенир. Оу, я антрополог, да я молод, мой калашников. Не, ну Фейс вообще другим стал абсолютно. Если сравнить его старые песни, треки, даже тот же бит. Ну вообще другой человек. А вообще как будто другой уже исполнитель какой-то, я не знаю. Ну раньше он пытался делать такие кочевые биты, там мэ, блядь. А сейчас какие-то биты такие, что... Ну, например, вот где-то в ночном клубе ты это вряд ли услышишь. Потому что, а что, под это разве можно как-то там флексить? Вот. Такие треки, которые, знаете, наверное, девочки будут в наушниках слушать где-нибудь, пока едут в метро, блядь, в школку. Молотора, я поднял с гидры и торы, теперь все полстора. Голод заменил на доллар, на запястье холод. Мы стреляем, как девятый номер, то есть ронда. Скинь с ней на хате, то есть она свободна. Она хочет быть среди подруг самой модной. Я нужен ей для этого, как будто кислород. Я лечу купить себе пару штанов. Я в Москве куплю себе пару домов. Обстрою там все так, как я захочу. На ногах джимичу, без проблем я плачу. Я лечу купить себе пару штанов, я в Москве куплю себе пару домов. Но это определенно лучше, чем то, что он делал раньше. Я захочу на ногах. Ой, бля, это я имею в виду те треки, где там она ест мой хуй, как будто это бургер. Лох. Спасибо большое. Спасибо. Без проблем я плачу. Сяду в новый корвет, поеду обедать. Каждый день для меня словно день победы. Иногда творю то, что сам не ведаю. Скажи мне, почему я... Это был стрим с Братишкиным.
Будет ну, ли и, в этой... ну, ну, да. нарушишь традицию? Слушай, ну я в этой хате ненадолго, я не знаю, успеем ли мы. Акураку, спасибо за 120 рублей. Только беды, это все сгущает еще больше краски. Не подходи ко мне, ведь это небезопасно. У меня лежит сайга под матрасом. Мне 23, но я объездил половину атласа. Я прекрасно понимаю все... Я вообще думаю, знать, что сделать. У меня же кровать вот тут, за мониторами. Камеру повернуть, может быть, устроить стрим, как я сплю? Реально, просто стримить, как я сплю. Как уже многие стримеры делали зарубежные, кто-то на этом там даже это самое, ну вы поняли, поставить колонки, блядь, вот, и... Быдло, ты ебаная, блядь. И, собственно говоря... Хесусочка, не хочешь посмотреть новый ролик Птушки Роговой? Да нахуй одно мне надо. Такой контент неинтересный. Нет, я-то за, но это АФК контент, то есть там придется просто много молчать и просто слушать, а зачем? Спасибо тебе быдло, за донат. Ты ебаная. Так вот, да, блядь, быдло ебано. До свидания. Ну и пока, блядь, я говорю. Я буду спать, точнее пытаться уснуть, поспать, а люди будут меня будить. Банворды будут. Быдло, ты ебаная. Ну, можно на модерацию модераторов поставить кого-нибудь. Люблю чат. Пародию на Мелстроя. Это я-то лох. То есть ты проебал мою реакцию, а я лох. Спасибо тебе за 120 рублей. Вот. Чего, блядь? Вовочка, нахуй, где? АФК-контент! Нихуя себе, блядь, пацаны. Ты охуел, что ли, блядь? Ясно, блядь, сам не подрубил, нахуй, сидит, завидует, ебать. Ага, конечно, боится, что сейчас его аудитория ко мне убежит, ебать, потому что, конечно же, блядь, так оно и будет. Конечно же, здорово, ага. Кто говно, Steam? Согласен, Steam реально говно, заебал лагать. Статус, вокруг одни животные, в них даже не осталось человека. Кстати, дали как вовремя, да? Какой тайминг? Вокруг одни животные, говорит Фейс. Согласен! Накачусь, как простоты, в тебе не меньше мозга, чем красоты. Я в шоке. Я лечу купить себе пару штанов. Я в Москве куплю себе пару штанов. Короче, понял. Бля, вот такая же хуйня. У меня ощущение, что треки... Они как будто опять одинаково звучат. Курим сиги прямо у падика. Еду по России с КДГ до Владика. Это гандикап, мои деньги, математика. Что-то слабо, блядь. Голос тех, кто у вас модит. Музыканты это те... Когда я Алёша, я Алёша. Слушай, блядь. Когда, нахуй? Завтра! Треки! Серьезные треки. Они делаются не за одну неделю. И даже порой бывает не за один месяц. Вот, поэтому скоро. Мне надо для начала другой трек выпустить, а потом уже Алёша, блядь. Вот. И вообще, я человек занятой, я переезжал. Все. Блядь, что ты своей башкой мотаешь, нахуй? 5 минут. Как не клоун, подхожу к ней, how you doing? Как молодой Джоуи. Широкие штаны, я больше ни носки, ни джинсах. Ты давил на черную педаль, но ты слился. Я побрился и заработал как блядь, бился. Чё, умру, нахуй. То есть еще больше, пока ты там злился. Она меня не любит, она мне разбила сердце. Я кладу всю свою боль на эти килогерцы. Я тяжелый человек, тяжелый будто берцы. Не учи меня жизни, это не лекция. Пока ты как пиздец в новых атиках. Мы бухаем, курим сиги прямо у падика. Еду по России с КДГ до Владика. Это кондик... Ну вот этот трек норм. Мои деньги математика. В сравнении с двумя предыдущими. Пока ты как пиздец в новых атиках. Мы бухаем, курим сиги прямо у падика. Кого нахуй? Когда его выселят, это же трэш-стример, вся башня Фейса, вся башня Фейса слушает. Подождите, это сейчас кто-то подставил стримера и за него написал текст? Или это, блядь, реально Вова нахуй сидит, хуйню тут пишет? Чего, я тоже ничего не понял. Кек вы? А ясно, блядь, или пьяный, или корона в голову ударила, блядь. Алё, нахуй, ты чё, ёбнулся там, что ли, блядь, привет? Сука, я тебя сейчас вычислю, нахуй, реально. Сори за мат. Быдло, ты ебаная. Открой программу, посмотрю, где сидит. Да, Хесус, это отличная идея. После Драган Мани не вырубать стрим. Все, я понял. Я буду смотреть до конца. Можно еще поставить донаты с кремеры. Но чтобы модерация на банворды была. Врубай, нахуй. Ладно, я врубаю. Хуй тебе, блядь.
Так, спасибо, подушка, за 120 рублей. Ебать, там на улице, кстати, такой ураганище. У меня аж свист за окном, я прям сейчас его слышу. Ты ебаная, бля. Папка айди-то. Хесус обманул Твич. Ссылка удалена. Чатик. А есть у тебя видос, где Хесус обоссал братишки? Ой, блядь, осуждаю. Так, подожди. Это шутка. Я так не делал. Это просто шутка. Я просто пошутил. Подожди, а мы это видели вроде, нет? Тебе. Меня смотрят. Молодец. Я в ахуе. Так, подожди. Бля, я сука, нахуй. Я ло... Что? А, ну вот этот согласен. Бля, реально нажрался. Ребят, вы в курсе, что у вас стример-то наебал? Товарищи, блядь. Вот этот вот братишкин вас наебал. Вы видите, да? Он ведет себя странно. Он по-любому под градусом. Он пьяный, блядь. А написал вам и сказал, что болеет. Типа температура. Ну и что? Ну и вы после этого будете его уважать, смотреть. И после этого это у меня стрим говна. И я АФК, да. Ну да. Я болею. Я заметил... Это заметно. А, ты болеешь мной. Нихуя себе, ничего себе. Блядь, ну слушай, это, по-моему, не лечится, кстати. По-моему, это не лечится. Так что без обид. Жалко тебя. А вообще, объясни мне такую вещь. Что ты нахуй сделал со своим никнеймом? Это вообще что, блядь, такое? Это же пиздец. Ну, я считаю. Быдло, Лера Свалка, спасибо за 120 рублей. АФК стрим свой в чате. Ура. Я слышал в одной африканской стране. Так, Вася, блять, еще один. Надо, я могу обеспечить хоть всю семью. Люди это не ценят. Вот, кстати, реально. А если это я такой вот никнейм сделаю, где? Ну, это что, блять? Мне кажется, после этого меня уже точно никто смотреть не будет. Я это в них не люблю. Если дашь им на рубль, то им всегда надо два. Я работаю ночами, не нуждаясь в веществах. Я по центру Москвы, как по центру Уфы. Я обычный человек, который дышит, как вы. Я и ты, да, мы оба одинаково важны. На душе всегда осень, нам не дождаться весны. Она меня не любит, она мне разбилась. Подожди, что? Откуда у тебя вообще платная подписка? А, ясно, насосал, подарили. Все, заканчивай, пойдем играть на рулетку. Никому не интересно твои видосы смотреть. Какую нахуй рулетку, я не понял, блядь. А-а-а, понятно, зависть. Да, я богатый уёбок, видишь? Сейчас еще кринж тиктока будет. Сейчас посмотрю все, что только можно посмотреть сегодня, чтобы ты завтра подрубил, и тебе нечего было смотреть. На нахуй урыл. Ай, заебал. Подожди, стоп. Так этот же трек мы уже слушали. Мини поебать? А. Ладно, сука. Я в очках Луи Виттон, это не Рейбан. Я звезда в Голливуде, Рональд Рейган. Я бегу это мы слышали. Хочешь быть со мной, ла-ла-ла-ла-лей. Я в очках Луи Виттон, это не Рейбан. Ладно, ну а этот трек самый нормальный из всех. Потом вот этот. А дальше что-то какая-то странная. Вот эти два не очень, они такие скучноватые какие-то. Вообще не запоминаются, абсолютно никак. Пиздец, я реально забыл, что я слушал. Ну да ладно. Так. Hello everyone, this is your daily А теперь FK контент. Улагает.